Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Stranded Deep, и мы идем искать и смотреть, где у нас находится следующий монстр, то есть следующая миссия или следующее задание, потому что это у нас игра с версией 0.36, и здесь очень много обновлений, это самая последняя версия, которая есть на нашем свете на сегодняшний день. Что ж, у меня в инвентаре вот столько вот еды. Я взял себе немножко эти вот пик. Возьмем потом ящик полон вот такими вот пиками. Потом еще возьмем этот ящик, который тоже полный с такими вот пиками. И возьмем, конечно же, немножко водички. Здесь у нас кокосики, полные кокосики. Это у нас тоже полный кокосик, отлично. И это у нас будет как бы на всякий случай. Мало ли, мы захотим, кто его знает, вдруг я захочу попить или покушать, друзья. Поэтому нам нужны вот эти вот всякие штуки. Антибиотики брать не будем, все это вот дело брать не будем. Так что будем выживать как есть. И будем искать нашего монстра. Потому что здесь есть второй монстр, друзья. Давай, заплываем вот сюда вот. Там мы уже были, здесь мы уже были. Но сейчас нам нужна другая башня. Я вам сейчас ее покажу, друзья. И как мы ее покажем, сразу же мы туда, ну, так скажем, для вас это будет почти что телепорт, а для меня это будет до хрена времени плавания в ее направлении. О, вот так вот. Так, вот он. Где-то вот так слева. Смотрим, друзья, смотрим. Слева у нас появляется вот у нас вторая башня. Если вы ее видите, там у нас есть очередное задание, куда мы сейчас и пойдем. Сколько сейчас времени? Смотрим. Сейчас у нас 10 часов 28, 29, короче, 10:30. Посмотрим, как долго мне понадобится туда доплыть. Но сделаю это на паузе. Что ж, друзья, мы почти что приплыли. Вот она, башня. Так, вот только где у нас лесенка? Сейчас, лесенку. Короче, самое главное понять, что я пришел откуда, то есть с какой стороны я пришел. Это самое главное. Будем знать, друзья, давай чуток вперед. Но вот так вот, будем знать, что я приплыл оттуда. Надеюсь, я... Какие звуки? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Так, а ну-ка, вот так вот и поднимаемся наверх. Напоминаю, кому нравится Stranded Deep, ребятки, ставим пальчики вверх. И пишем об этом в комменты. Почему вам нравится Stranded Deep? И что вы хотите увидеть в этом выживании? Обязательно нужно написать, что вы хотите увидеть в этом выживании. И что сделать, как бы, чтобы вам было интересно. Мне это тоже очень-очень интересно. Так что, вот такие вот дела. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас, как я понимаю, больше, типа, ящиков каких-то, где можно что-то найти. Здесь я не смогу найти. Кстати, как долго мы добирались? 12 часов, ну, грубо говоря, с половиной было, да? Это получается, мы потратили 2 часа игровых для того, чтобы сюда доплыть. Так, подъем наверх у меня был где-то, сейчас помню, вот он, подъем наверх. Мне нужно сейчас наверх. И там у нас где-то есть монстр. Сейчас, задание, то есть, где можно забрать задание. Так, во-первых, сделаем сейв, на всякий случай сохранимся здесь. Здесь у нас новое задание или очередное. Давайте посмотрим. Что здесь будет или кто здесь будет? The Great Abaya. There are rumors of the giant creator protecting. Так, там гигантское, это вот защищающее гигантское существо, защищающее здешние воды. Убейте это вот существо, чтобы закончить, ну, типа объектив, короче, чтобы закончить задание. 1X Ill Trophy. Как бы The Great Abaya. Hold to space. Чтобы начать. Окей. The Great Abaya. Что такое Abaya, друзья? Сейчас я думаю, даже я, наверное, переведу. Сейчас посмотрим. Мне сначала спуститься бы. И нет, давайте мы сначала поднимемся, посмотрим, где это у нас будет. И что на сегодняшний день. Или как это выразиться. То есть на этот раз у нас будет. Там какие-то антенны как будто. Ну давайте посмотрим. Что там за... антенны-то. Так, сейчас мы это вот сделаем. Раньше у нас был мегалодон. И он был, как сказать, блин, он был у корабля, где он кушал кита, блин. Наверное, кита, там был реально кит.
Если кому-то интересно, как мы убивали этого... Не убивали, а как мы пробовали, потому что я его не убивал, я просто его показал. А если вы хотите увидеть все это дело, то пишите об этом в комменты. Или даже не пишите, потому что я, наверное, оставлю все-таки ссылочку в описании. Если кому-то это на всякий случай, мало ли там, будет интересно, то я это все-таки оставлю. Так что не парьтесь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, не бросать. Не бросать. Так, что у нас здесь? Давайте я покушаю. Блин, я опять хожу, иду туда без хпшки, блин. Но мы попробуем, пару раз попробуем. Может быть, все-таки да и даже убьем. Так, это вот кидаем. Это вот кушаем. И с водичкой у нас вообще проблем нет. А вот эти вот кокосики, так, секундочку. Я их сейчас, наверное, вот так вот. Вот так вот. Вот так и покушаем. Раз, два. Почему? Жизнь у нас восстанавливается только если персонаж у нас не голоден. Только тогда у нас восстанавливается жизнь. Вот типа вот как сейчас, да? Но это сейчас я ему это вот еду восполняю. А на самом деле у него сейчас должна подниматься... должно подниматься ХП. Так, что мне нужно сейчас сделать? Мне нужно вот это вот выбросить. Вот это вот выбросить. Надеюсь, это все не уплывет, потому что мне трындец, если все это тихо не уплывет. Не уплывет, я сказал, вот так вот. Что-то вас много тут, ребят. Чё так много кокосов я взял, блин? Топорик, наверное, тоже ставлю. И возьму отсюда все из ящиков. Возьму все пики, которые у меня были. Вот это вот все забираем, 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 забираем. А если даже у меня место осталось, ребят, то это, наверное, на что? На топор, что ли? Если мало ли, пики закончатся. Вот, ну, бери. Вот так вот, что ж. Пик, как говорится, в руки. Сколько здесь пик, ребятки? Сколько здесь пик? Дофига, сейчас посчитаем. Так, здесь вроде бы спускаемся по чуть-чуть, вот так вот. Сколько там пик было? А, 27 пик, ребят, 27 пик. Я забыл нажать на запись. Так, давайте. Только не какули. Ты, плод, что за хрень, блин? Ты куда пошел, блин? Давай, давай. Так, вот отсюда надо плыть домой, вон туда. Будем знать, чтобы не запомнить. А то здесь очень быстро можно заблудиться. Давайте посмотрим, успеем ли мы его увидеть и добить, пока у нас зайдет солнце. Что это за усы, блин? Потому что другого я здесь не видел в округе. Это, наверное, животное какое-то? Или все же что-то другое? Так. Ну, я тут. Так, ребят, что взять, что взять? Давайте пику возьмем. Чё это за фигня? Куда мне сейчас плыть? Что нам делать? Воду? Ой-ой-ой-ой-ой. А, Абай, я хотел узнать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где-где-где-где-где? О, так это же военный корабль, блин. Это военный корабль. Ребята, вот музыка уже пошла. Что-то здесь уже должно случиться. Это пушки. The Great Abaya. The Great Abaya под конец видео. Вот. Какая-то... Как будто мурена, друзья. Это реально мурена какая-то. А если есть такое? Не, я сейчас на Escape нажму и попробую поискать. Да, короче, где я переводил, не нашел никакого перевода. Там было просто Великая Абая. Но, ребят, реально похоже на какую-то мурену. Но где она? Ой-ой-ой-ой, да твою мать, блин, как обычно. Могу так? Могу. Нифига себе дамажит. Офигеть, я попал как бы, но она меня... Еще один укус, и она меня съест. Это 100%. Так что, мне кажется, я чуток подожду. Но она меня 100% сейчас, я прям почти уверен, что прям прыгнет и затащит меня в воду. Но! Мне нужно было бы сюда с ХП полным входить в бой-то. Ай-яй-яй-яй, я же говорил, воду утащит. И, конечно же, убила, нет? Да, убила. К сожалению. Сейчас мы продолжим. Попробуем еще раз все это вот сделать и перепройти, если у нас будет полное ХП. Или просто подожду, пока у нас будет полное ХП, друзья. Давайте подождем загрузочку. Ну что ж, не получилось, не получилось, да? Ай, так, что у нас тут есть? У нас тут вот что есть. У нас тут ХП так себе. Мне кажется, надо просто... А, так я уже, считайте, перезашел. Так, давайте тогда я здесь уже буду готовиться. Здесь мы будем выкидывать все это дело. И пойдем еще раз.
Обедать, блин, опять надо кушать, да? Да, опять надо кушать и пить. Так, сделаю это на паузе. Так, друзья, вроде восполнил все, просто вот ХП у меня не восполнилось. Я не знаю почему, вот у нас жизнь как бы есть, но половина, блин, жизни. Я немножко продамажен. Здесь, как обычно, здесь никакого прохода. Ой. Я могу еще забаговаться там? Нет, это плохо, это плохо. Давайте мы все-таки возьмем еще раз задание. А вроде бы нажал, окей, The Great Abaya. Это все отлично, все прекрасно. И мы идем ее убивать. Если, конечно же, я ее увижу. Как бы я уже увидел, но, блин, такое ощущение, что надо какое-то, не знаю, там, ночное видение включать и лезть под воду, блин, чтобы удобнее было. Где, блин? Где вы? Спуск? А, вот он. Так, не падать, не падать. У меня уже полное все, полная еда, полная вода. Почему у меня ХП не восстанавливается? Я не пойму, блин, ну-ка давайте. Очень медленно все это дело идет, прям очень медленно. Так, в какую сторону нам плыть-то? Туда же, да? Блин, а че я парюсь? Вот так вот и все. Вот так вот, все, погнали. Погнали к Абае, The Great Abaya. Убивайте, сейчас как бы попытаюсь убить, но не обещаю. Потому что целью моей не убить эту вот Абаю, ну, Мурену или как ее там, гигантскую, а показать ее, посмотреть на нее, увидеть, сколько она дамажит. Я, наверное, уже заметил, она дамажит 2 единицы моего здоровья. И понять, чем лучше ее убивать. Потому что мы здесь будем выживать не первый день, не один день, то есть, ошибаюсь, так как бы это вот ошибся немножко, не первый день, но будет у нас здесь выживание довольно долгое, потому что здесь я хочу построить нормальный себе домик. Это прям в обязательном порядке. Так, мне кажется, я что-то неправильно сделал. Будем здесь выживать. Не-не-не, наверх, наверх, наверх. Воздух, воздух, твою. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, у меня и так мало хп. И эта бая сейчас тоже вылезет, 100%. Так. Пика-пика есть. А бая, засранка. А бая, иди сюда, она 100 пудов уже вылезла. Где-то она уже плавает. Только чтобы она меня... На плоту, если буду сидеть, ребята, это не поможет. Это я уже пробовал. Мурена хренова. Где ты? Но будем мансовать влево-вправо. Давай, прыгай на меня. Схвати меня, правда сейчас будет ночь, блин. И я нифига не увижу. Вообще нифига не увижу. Но, а что она не плавает? Почему она не прыгает на нас? Она должна напасть. Она должна 100% напасть, друзья. Сесть смогу? Смогу. Если нападет, ну это если реакция будет. Да... Куди же ты, твою же, налево? Не увидела меня, что ли? Так, давайте на корабль вот сюда. Давай! Тихо-тихо-тихо-тихо. Забаковался немножко. Вот так. Вот так. Влево-вправо она сейчас прыгнет. Как музыка прям нагретает прям. Ну. Что-то она не хочет прыгать. Какая-то стеснительная. Мне тоже все-таки надо все-таки туда заплыть. Вот. Только сейчас, блин, появилась, блин. Так, попал, нет, мимо. Выходим, 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 выходим. Да, только сейчас. Надо было раньше туда плыть. Так, где, где, где? Была же точка, цель. Желтенькая точка была, которая показывает, где находится монстр. Только что-то я сейчас точки не вижу. А что за прикол? Не-не-не-не-не-не. Да, блин. Так, раз, пика есть. Блин, ну это мало. Это очень мало. Это капец как мало. А ХП у меня триндец как мало. Всего, короче, мало. Еще 2 удара, и мне полный триндец. Почему я не вижу метку? Была метка желтенькая, маленькая. Гребаная метка, которую сейчас я не вижу. Блин, а ну-ка давайте. Что здесь есть? Что здесь есть? Тут нужно... А, сволочь, не открывается. О, вот метка. А вот меточка, сейчас меня поймают. 2 единицы вроде бы ХП. 2 единицы... Не-не-не-не-не-не-не. 2 единицы здоровья. Она убирает. Опять метка пропала, блин. Чё за бред? Сейчас уже ночь.
2 единицы здоровья, да? Понимаете, нет? Еще нет. С едой у меня все нормально. Ну где же ты, засранка? Друзья, когда она хватает, я не могу поворачиваться. Она меня... Да, вот, вот типа как-то так. И мне кажется, она меня уже убила, да? Да. Нет, друзья, она все-таки убирает 2 единицы хп, а 3 единицы хп. Это очень-очень плохо. Ну что, друзья, мы увидели эту гребаную Мурену, или как ее называют. Мы увидели, что она может. И, к сожалению, конечно же, мы ее не убили. Потому что я не готов к этому. Это во-первых. Во-вторых, для этого у меня есть другая идея. Нужен все-таки... нужен этот плот побольше, чтобы можно было прыгать, чтобы можно было куда-нибудь спрятаться. Так, она уже пропала, да? Да, пропала, конечно же. Давайте пойдем в воду. Здесь вроде бы как бы покалечиться как бы нельзя, нереально. И я еще кое-что хочу увидеть. Это нам, это мы были там, а мне нужен другой сейчас, чуток-чуток другой остров. Сейчас подумаем, куда поплыть. Там вообще островов нет, значит мы поплывем вот сюда. Да. Посмотрим, что там за остров. Мне нужно еще искать, где жить на этой карте, потому что островов здесь очень много. Это немало, как бы. А я видел только 2 или 3 острова. Ну, плюс еще эти вот 2 башни. Так что доплывем туда и включу запись. Так, я вижу, мы по чуть-чуть доплываем. Там у нас башня видна. Здесь у нас остров, откуда мы приплыли вроде бы как. И доплываем по чуть-чуть. Там у нас остров еще чуток поменьше. Давайте посмотрим, что здесь за островок. Будет ли он дружелюбный или нет. Да, даже если будет недружелюбный, мне он по-любому уже нравится. Потому что много деревьев. А земля прикольная. Есть ровные места. Ну, не совсем ровные, но более-менее. Так, что мы здесь сможем найти? Давайте я все-таки весь этот хлам оставлю вот здесь. И вот, ну это не хлам, друзья, это наше оружие. Это оружие, подготовленное вот для таких вот животных, блин, для таких вот заданий. Так, это вот, ну, топорик, да, я не знаю. Не-не, давайте вот это вот мы... Не, давайте я сначала покушаю, потому что статус у меня плохие, сейчас мы покушаем. Так, покушали мы-то, это хорошо, но мы идем дальше. Мы идем смотреть, осматривать остров, пока еще есть солнышко. Пока солнышко нас светит и покажет что да как. Так, здесь у нас есть потопленный корабль. Типа там клад, где-то что-то мы можем там найти. Кстати, довольно такой немаленький остров, мне уже нравится. Давайте мы все это дело соберем. Нет, собирать. Или хотя нет, давайте все-таки будем собирать. Блин, очень много места, друзья. Мне кажется, этот остров как раз для нас. Реально, этот остров очень крутой. Ну, тут камни есть, как бы. Мне это не нравится, но все же есть ровненькие места, чего мне очень-очень нравится. И надеюсь, что вам тоже, тоже понравится. Блин, уже спотыкаюсь, блин. Пока что-то скажу. Так, что у нас здесь? Просто я сейчас записываю как бы серию довольно поздно. Так что, надеюсь, никому это мешать не будет. Так, идем дальше. Что у нас тут есть? Здесь я еще не был. Там еще, получается, второй корабль, где можно заплыть. Давайте мы прямо вот сейчас прям заплывем и посмотрим, что же там есть за ящик. Там ящики вроде есть, да? Видно там под водой? Да, под водой видно. Давайте сначала под водой. О, вот это вот я возьму, это для плота будет, отлично. Здесь открываем, здесь, о, отлично, отлично, отлично. И отлично, круто, круто, залутались, залутались, друзья, акула, блин. Так и знал. Дай забирай, тихо-тихо-тихо, уплываем, уплываем, короче, мой ящик. Не дам, акула, засранка, блин. Плывет она туда-сюда, блин, мешает тут людям жить. Так, давайте посмотрим, что было в ящике, друзья. Открываем кейсы. Кейсы Stranded Deep. Баба! И еще моторчик. А че я его вытащил? Моторчики пусть там стоят. И молоточки также. И ящик я возьму с собой. Ну а мы идем дальше. Смотрим, что здесь на этом острове есть. Так, давайте сначала по кругу пройдемся. По кругу вот так вот. Палочки. Здрасте, тут животных нет. И опять, а где ресурсы, блин? Добываемые ресурсы, они были раньше. Их что, в этом обновлении убрали, что ли? Или сейчас добывается все? Так, крабики, засранец, засрал, за это вот, заколебал. Крабик хренов. Кусается, да кусается. Ой, 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 змея. Змея на острове, это нехорошо. Но как бы я ее могу убить? Это тоже проблем не составит. Это нам проблему не составит. Так, 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 что у нас тут есть?
Тут было, кстати, что-то было. Блин, я фонарик с собой не взял. Вот я, блин. Вот я. Хотел бы я что-то сказать, но промолчу. Надо было здесь, как можно здесь, на чужой остров, идти без фонаря, блин. Охренеть. Только я так могу. Только я. Друзья, я думаю, на этом мы даже закончим. Здесь, мне кажется, я все-таки буду жить. Мне очень интересно, есть ли здесь глина. Это очень важный момент. Но я, наверное, этого не узнаю, да? Да, как я понимаю, я этого сейчас уже не узнаю. Так что придется подождать до утра. И потом можно будет узнать. Но без фонаря. Как это без фонаря? Как тут делается крафт? Факел. Тут же есть факел. Вот он. Нужна тряпка и нужна палочка, да? Хорошо. Тряпки у нас, к сожалению, нет. Тряпка у нас на другом острове. Как делается тряпочка? Тряпка делается из такой вот херни и юки. Или что-то у нас. Fibrous leaves, короче, вы поняли. И нам нужен какой-то лом, чтобы сделать тряпку. Чтобы вы понимали, как делается этот лом. Вот он, этот лом. Для него нужна веревка, нужно это. А чтобы сделать такую вот тряпку, мне понадобится кого-то убить и иметь кусочек кожи. 100% и целый 1000000%. Так что, друзья, я вам показал эту мурену, или как она называется. Мы увидели этот остров. И на следующей серии, я надеюсь, я уже буду здесь строиться. А будем строить сегодня, не сегодня, а на следующей серии будем строить что-то из... немаленький домик, кстати, будем... попробую сделать домик чуток побольше, чтобы не было прям таким прям малюсеньким. И мне кажется, будет все красиво, все эпичненько и все удобненько. Главное, чтобы здесь было удобно, много места и, по идее, чтобы были какие-то ресурсы. Чего я их, к сожалению, почему-то не вижу. Так что... С вами был Кентавр, это была игра Stranded Deep. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх. Если это не так, но вы хотите все равно продолжение по Stranded Deep, также ставьте пальчики вверх. Давай, запрыгивай. Так, там у нас была там. Это вот какая корзина, блин, ящик. Да не прыгай ты в воду, твою налево. Не, он туда за... О, каким-то багом я уже в этом. Мотор, доски. Нифига не вижу. Лейбл маркера мне не нужен, по идее. И здесь где-то аптечка. Или что там было? Ну, ящик, понятно. А, к сожалению, все. Больше здесь ничего нет, кроме этого ящика. А выше ящики есть? Нет, выше ящики... Нет, да? Да, выше нет. Что ж, друзья, с вас пальчики вверх. С меня следующая серия. Так что всем пока. Да, как-то так. Тихо, не шуметь.